счастье. Спасибо. Я очень довольна, потому что я пережила Освенцим, Равенсбрюк. Есть для нашей страны дом от жизни, абсолютно другой. Ну, нам каждый раз все сложнее и сложнее находить подарки для госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, потому что практически все просьбы, которые поступали до этого, мы удовлетворяем. Все, что необходимо по обеспечению медикаментами, мягкой мебелью, инвентарем. Ну, вот сейчас посмотрели, что есть возможность немножко с помощью спонсорских денег решить проблему, скажем, очищенной воды здесь непосредственно на каждом этаже, чтобы вопросов никаких не было. Все, что необходимо по оборудованию, по ремонту, значит, проблем никаких не существует. Все наши школьники, студенты, дети, я всегда искренне вас поздравляю. День перед 56-й, мне очень всех благ. Ну и мы. Вам удачи, да. Выздоровления. Для этих людей очень важно сегодня внимание власти, потому что они рисковали своей жизнью. Многие их собратья, многие их друзья, солдаты не вернулись с войны, оставили там свои жизни. И для многих, наверное, для каждого, кто прошел войну, вернулся с войны, сегодня самое важное – это внимание людей, внимание власти, чтобы не забывали их подвиги.